Здравствуйте, друзья! Вы на канале Fit for Life. Одним из самых частых оправданий сидячему и пассивному образу жизни давно и прочно стал возраст. Мы довольно часто слышим выражение «старость не радость», а болезни молодеют с каждым годом. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как часто мы стали слышать шутки про больные колени, спину и вообще преклонный возраст от тех, кому еще нет и 40 лет? Кто бы что ни говорил, а у людей старшего возраста действительно есть уверенность, что в какой-то момент надо прекращать активности и вести более размеренный и спокойный образ жизни, поменьше напрягаться и быть максимально аккуратными. И люди совершенно не хотят понимать, что только движение способно продлить их жизнь. Ведь давно известно, что пока человек движется, он живет. Это прекрасно доказывает наш сегодняшний герой Майк Миллен из Великобритании. Ему 67, и он до сих пор поражает на пляже своим видом всех окружающих. У Майка есть уже внуки, но он уверен, что без спорта он очень быстро превратится в большинство своих сверстников, которые выглядят лет на 20, чем он. Вы подумаете, что Миллен бывший спортсмен? Вовсе нет. Британец начал заниматься спортом лишь после достижения 40 лет. Преодолев эту планку, после которой многие мужчины превращаются в молодых стариков, Майк, напротив, решил подружиться с фитнесом, и дело пошло так, что он не только приобрел отличную форму и здоровье, но и стал тренером. И работает на этом поприще уже более 20 лет. Помимо карьеры тренера, не так давно англичанин стал активным блогером и пропагандистом здорового образа жизни. У него есть аккаунт в сети Instagram, на который подписано 15 тысяч человек. Ссылку на него мы оставим в описании к этому видео. Помимо этого, Миллен часто снимается для журналов о спорте. У него постоянно берут интервью средства массовой информации, в которых Майк охотно делится секретами своего спортивного долголетия. Что самое забавное, Майк не из тех возрастных спортсменов, кто поддерживает свою форму исключительно железом в тренажерном зале. Активный образ жизни – понятие весьма обширное, и наш герой окунается в это движение целиком и полностью. Он активный путешественник, серьезно увлекается скалолазанием и выполняет забеги на длинные дистанции по пересеченной местности. А еще он регулярно проверяет свой организм на прочность. Например, любит участвовать в заплывах при минусовой температуре в открытой воде. Майк Миллен, в принципе, очень любит тренировки именно на свежем воздухе, при максимальном контакте с природой. Он в буквальном смысле этого слова тренируется со всем, что попадется под руку. До кучи британец регулярно обливается холодной водой и, конечно же, внимательно относится к питанию, а также держит под контролем вредные привычки. Майку Миллену почти 70 лет, и он не собирается завязывать со спортом. Дедуля уверенно настроен продолжать развивать свой организм и беречь здоровье, бросать себе новые вызовы и постигать разнообразные активности. По нашему мнению, это самый верный пример и ориентир для тех, кто собирается не просто прожить долгую жизнь, но прожить ее активно и в здравом уме и твердой памяти. Возможно, кто-то расстроится, что в этом видео мы не предложили вам какого-то супер нового эликсира молодости. Но куда важнее, что в истории Майка нет места пластике и фармакологии, всяческим таблеткам и другим запрещенным способам продления здоровья. Пример британца в очередной раз доказывает, что все гениальное очень просто. Только потому, что многие люди не хотят практиковать что-то простое, но регулярное, дожидаясь чего-то сложного, но помогающего за один раз. Вывод. Живите сейчас, действуйте и будьте здоровы. На этом все, друзья. Если это видео было вам полезно, интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!